Отправить письмо, да не куда-нибудь, а напрямую президенту, планируют в правительстве Иркутской области. В документе во всех подробностях будет изложена проблема, с которой столкнулись тысячи жителей региона. Люди опасаются, что могут лишиться самого главного – своих домов, своей земли, своих прав. И пока все идет именно к этому. Речь об уточнении границ национального парка «Заповедное Прибайкалье». Чуть больше месяца назад стало известно, что особо охраняемая природная территория станет больше. За счет, в том числе, нескольких населенных пунктов. Для людей это значит только одно. Если земля, где они живут, станет нацпарком, то строить новые дома и оформлять их в собственность будет запрещено. Такие перспективы уже стали поводом для митинга, который прошел на Ольхоне. Ситуацию с уточнением границ особо охраняемой территории обсудили министр природных ресурсов региона и губернатор Иркутской области. Я думаю, что далековато смотреть из Москвы на все те проблемы, которые у нас здесь накопились. И, на мой взгляд, люди совершенно правильно ставят вопросы, говоря о том, что мы же живем здесь столетиями, дома наши предки построены, а вы сегодня вы говорите, что мы не имеем права собственности на эти дома. Это совершенно неконституционно.